то есть не раньше. Пожалуйста, Владимир. Красавчик ты наш, выходи бороться. Даринчик, постарайся остаться стой. Готов? Итак, 20 минут. Отжимаем. Еще раз. Четверо. В стойке остаться. И удушающий. Эх, Артемчик. Двумя руками. Грянчик. При бросках стараться двумя держать. Или так. Ой, Владимир, красавец. Души, души. Души, души. С закладкой. Не отпускать надо было. Все равно погреть джи-джи все равно нужно. А, ты просто низко захват дышал. Правильно, Владимир, пояс, пояс. И согнуть. И согнуть его. Пояс и согнуть. Согнуть, согнуть. Ложись на него, сгибай. Оп. Хороший. Все, руку отпустил. Он раз руку выставил. Я понимаю, сорвалось. Если чуть-чуть руку, все, красавчик. Просто в этом случае не падает, видишь, он руку выставил. Оп! И болевой. Вот тут насчет броска даже не могу сказать. Не смотрел, не думал. Так, Даник, сюда. Ко мне, Даник. Ну! Блин, ну почему остановился? Руку к себе чуть руками и все. Так, ты сегодня красавчик, ты выиграл. Правильно того. Все, молодец. Удержал. А то он такой крутой ходил, а ты ему раз на хвост наступил. Смотрю, Владимир, хорошо. Он передним. Развернуться вперед надо было, красавчик. Отлично, Чездер. Это удушаю, удержание. Так ногой, смотри, ногой лезешь, а ручки? Стойку Гуряну. Молодец, Владимир, хорошо. Взял сверху пояс и сразу влез за цеп голенью или заднюю подножку. И держись за него, пока не упадет. Отдыхаете самостоятельно. Встали в стойку, заправили пояс, как раз и отдохнули. Ну это третий уже, да? В одну и ту же сторону. Вау, 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 вау. Влад, вот если бы ты там кинул, зафиксировал, так? Чезар, даже не видно твой бросок был. Класс, Влад. Хорошо, Владимир. Доставай пояс, доставай. Пояс доставай. Ножки пошире. А. Стоечку. Ладно, Владимир. Да. Ты достаешь и стоишь прямо. Раз прямо легко кинуть. Ты ноги подальше на него уложи. Прямо. Вот смотри. Достал пояс и переведи. Вот. Иди сюда. Твоя задача. Достать пояс и перевести его на колени. Положить его на колени. На живот, на колени. Перевести в парк. Хорошо? Ноги в сторону просто. И удушаешь.
Чезар Мате на свою половину. Красавчик. А что ты ему стол? Пастухов, что ты хлопаешь? Он тебе бросил, он тебе скрыть. Спасибо, что упал. Я офигею. То покажи два пальца. Еще раз. Что ты ему сделаешь? Что? Стоп. Матен. Какой прием ты ему должен сделать? Вот подумай. Должен. Вот не то, что хочешь. То, что хочешь, да. А какой бы прием бы хотелось бы тебе сделать? То есть, что отсюда ему можно взять? Вот ты раз упал, два упал, три. Ну так, сейчас ты опять упал с этого. Я пояс не взял. Куда начать? Но это опасно уже. Подумай, какой бросок ты ему сможешь сделать? Переднему, заднему. Нет, что-то одно. Что-то одно. Задний попытаешься. Задний попытаешься? Хорошо. А ты уже два раза задний падал. Падал, но не делал. Так. А, постараешься сделать. Делай любые, но встали. Встали. Сергей Анатольевич. Да. А можно одну звонить? Еще раз. Музыку. Не, музыку нету, что записывай. Как только закончим бороться, сразу включим. Хорошо, Владик? Просто мне потом YouTube ругается. Он говорит, что я украл музыку чужую, блин. Хаджи. Дарил там? Нет. Все хорошо? Да. Владимир, что я попросил тебя? Вот это твоя задача, 5 раз это сделать. Молодец, умница. А вот сейчас уже зря. Видишь, вот в стойке молодец, в партере зря. Есть. Ну, вот так умница. Но если бы пошел на заднее, то... Очень. Нет, ты, если бы пошел. Не, я бы упал. Да. Руки с огня. Пастухов, руки с огня, то улетишь. Я не боюсь, что ты упадешь, а вы что, головой ударишься. Руки сразу надо прижимать, иначе, пожалуйста, вот этот малый. Еще там. Влад устал? Поменять? Нет. Укуси его за бочок и все. Все, Чезар, стоечко. Хорошо, молодец. Не давай, Владимир! Владимир, я тебя попросил что сделать? Достать пояс и перевести на колени. А ты полез куда? Будешь доставать пояс и лезть на переднюю, заднюю, будешь через грудь получать. Переведи его на живот переведи, на колени. Хорошо? Посмотри, ты достал, начинай подсечь изнутри, раз, ноги широко. До свидания, вниз, потом эту руку отсюда, раз, за шею сюда. И удушу, задушишь. Ой, красавец. Ёй, еще раз. Ну, Влад, блин. Мате. Кимоно на голове. Ну, до конца и удуши! Что ты махаешь рукой, блин? Отлично. Подставься, пастухов, и задуши. Болевой. Лучше всего задушить, наверное. Подставься.
Дай ему через плечо и задуши его. Дай на заднюю и посади его. Но для этого надо ножки шире, чтобы он залез. И не стоять на ногах. Перевел, Владимир? Вот, души, души, души. А? А не знаю, делай в другую сторону. Делай болевой. Давил колено, да? Стоп, Влад, в чем ошибка была? Ты держишь захват. Да, я говорил, я извиняюсь, что во время борьбы разговаривал. Артем, я стук, пожалуйста. В захвате нельзя расслабляться. Он держит, ты держишь, а я болтаю. Нельзя расслабляться. Хорошо? Без захвата отошел, можешь расслабиться. Хорошо, он грянул стойку. Я офигею. А дальше что? Удержание показать. Только в азаре, может, ничего не дадут, может, в азаре дадут. Почему и... не надо в азаре? У вас же упал вот так. Он упал на живот больше. И я вот так, думаю. Да. Вот, держал. Я сама держал. Да. Я бросал. Вот так. И нас... Не так, а ты отпустил его. И он падал на бок и потом ушел на живот. Значит, 70%, что тебе дадут в азаре, а 30%, что не заметят. А ты вместо того, чтобы бросить и удержать, взял и отпустил его. Хорошо. Так. Владимир, стоп, мальчики, одну секунду. Мате, все. Уберите, пожалуйста, пояс, а то я боюсь. Унгуряну, борешься одной рукой, пока правой держишь. Только правой рукой держит, а левая рука держит за пояс. Как держит? Придерживает, если вдруг падение, убираешь. Борешься одной рукой. Эта рука можешь и сюда пустить, но не берешь за куртку. Отлично. Япон. Можно удержание не делать. Мате, то удержание? Ты же летел как птица. Ты как спать, оставляй япон, порубишь. Что ты скажешь? Да. Ну вот, ты мне не веришь. Вот Влад видел. Может, я тоже не верю. Хорошо. Молодец. Про никому не верить. Все, пошли дальше. Одной рукой. Или правая, или левая. Одна рука у тебя просто... Вот. Да, правая. Вот. Через плечо ему. А что ты расслабился? Что он тебя отпустил, да? Не расслабляйся. Посмотри на его глаза. У него же хитрые глаза. Посмотри в глаза и посмотри. Он будет бороться, не будет сразу. А? Нет, не считается. Не считается, честно. А почему? Вставай. Не считается, потому что разговаривает. Считается, конечно, считается. Как не считается? Конечно, считается. Считается тогда, когда ты делаешь, ему сделаешь удержание и болевой. Удержание и удушение. Тогда считается. А так мало. Да, упрись вот так вот, бедро чуть-чуть. Рукой. Не бери захват, просто бедро упрись. Владимир опять схватит за туловище. А удушай. А вот сам бедри. А, влево не боись. Не боись где. Иди сюда, Владимир. Чезар Мате, стоечко. Смотри, видишь, Гурян устал. Молодец. Фу.
Ты не устал падать через грудь и посад? Нет. Все. Вот из-за этой руки. Вот ты должен вот так держать. Вот обними. Обними. Оп, да? Видишь, ты обнял, да? Вот. А если я вот так держу, попробуй обними. Я не даю. Поэтому он через руки посадочку будет тяжело держать. Молодец, Владимир. Растешь, смотри, уже он грязно тяжело дышит. Только сегодня красавчик, такие приемчики. Выше руку держи. Ой, красавец. Опа! Ты не ломай, ты покажи ему. Как показал, можешь не добавить руку. Вот это 100% шесть. Да. 101. Вызывай. Стоп, стоп. Вам, вам, это пастухов, вот это. Иди сюда, Артем. Сядь сюда, человек. Красавец, молодец, сели. Послушай, есть разные виды борьбы. Есть борьба, когда ты его активностью, то есть он за то, что выход, за то, что ногу взял. Есть. Вторая борьба. Есть нападение. Ты нападаешь. Для этого надо быть и выносливее, и посильнее. Есть борьба в контратаке. Придумай. Какие-то броски. Красавец. Какие-то броски. Выводи его. Например, вот отсюда. Делаешь хорошо болевые. Берешь под ноги пошире. Раз, чуть-чуть потянуто. Раз, аккуратненько. Раз, чуть-чуть потянуто. Раз, чуть-чуть вязал. У тебя раз зацеп голени. Оп, упал. Болевой ему. И выиграл. То же самое, оставил одну руку, раз, как бы, чтобы он через спину стоял, а сам уже готовит удушающий. Он делает это более минимум, ногу управил, раз, ему через спину. Ой, то есть, попробую. Вот такими, то есть, вот так, обхитрить, обмануть. Не просто ждать, что он будет делать, а вывести на него. Если ноги поставил широко, чуть-чуть тянул назад, естественно, он зацеп более не будет делать. Или под дзюдо, там, по самбо, там, за ноги, или там, мельник, за ножку туда бросок. То есть вытаскиваешь, или ногу ему выставил, поставил сюда, естественно, он будет подсекать. Раз переподсек, например, раз зацеп сделал, то есть, что легче. Все. Он физически сильнее, он тебя старается сейчас, и физически, и технически, хорошо подготовлен, старается за счет атакующих действий. А ты используешь атакующие действия. Уже готовь надушающий. Вот, можешь. Ой, красавец. Аккуратно. Видишь, как хорошо? Владимир, опять ручка пошла снизу. Вернее, своя сверху. И вроде бы ты его бросил, а он, видишь, как... Потому что рука снизу должна быть. Души, души. Ну, если он берет, бери тоже, и бедро ему. Взял за зад в рот, дай ему руку, Мате, Мате, всем, Мате. Поклонились, пошли вокруг ковра, еще не все, еще подтягиваются. Я уже специально купил экран пастухов, блин. Вот здесь поставлю и буду показывать тебе твою схватку. Сейчас еще ноутбук куплю. Так, пацаны. Значит, пастухов, Чезар и Влад Бутужа 50 раз. Берете вон ту этот. И вот здесь, на середине, тот, кто делает, головой ко мне делает.